Здравствуйте, дамы и господа, это канал Георгинку, я ведущий Георгий, и это игра под названием Дистит. Дистит – это игра, смысл которой заключается в том, чтобы обманывать и раскрывать чужие обманы. Четыре выживших сражаются против двух коварных и беспощадных монстров. Все эти монстры выглядят как обычные выжившие на свету, но в темноте начинает проявляться чудовище, ужасное и беспощадное, которое готово выпить всю кровь из невинной жертвы. Итак, мы начинаем. Мы играем, я так понимаю, за... Как это ее зовут-то? Сейчас напишут. Нет, не написали. Нина. Фотоаппарат. Дайте дробовик. Пожалуйста. Птичка. Пожалуйста. Пожалуйста. Не повезло взять нам этот антидот. Быстро его, мгновенно прям съедают этот антидот. Оба. Прям кому повезет, тот и выигрывает, фактически. Бомба, ловушка. Точка захвата, стойте в светящемся ряду. И так далее, и тому подобное. Патронов маловато. Вот это. Получена ловушка, отлично. А есть подозрение у кого? На что? У меня нет. Что? Меня какие? Нету. А, понятно. Показалось, что были. Так. До наступления тьмы 16 секунд. Awesome. Что-то тихая какая-то игра сегодня. Ага. Блин, кто-то выпил кровь, я слышал. Услышал, что-то. Угу. Ну ищи. Хотя уже поздно, надо предохранители собирать. Все. Внизу есть. Кто забрал предохранители, не ставите. Я взял предохранитель. Я забрал, поставил. Чего вы это моим носом забираете все предохранители? Тебе что-то не нравится? Ему не нравится. Мне кажется, он зараженный. Мне кажется, он зараженный. Кто? Кто? Чанг, он как-то странно себя ведет. А что он? Он кричит. Видимо, он неадекватный. Ну, это еще, к сожалению, не факт, что монстр, к сожалению. Я чекалку нашел, чекер. Дайте чекер. Подожди, пусть все идут к проверке. Пусть все к проверке идут. Все к проверке, все к проверке. Сквик, ты что тут стоишь? Подождите, кого нету тут монстр? Кого нету? Чанга. Ну хотя Чанга... Нет, проверь лучше все-таки Лизу. Проверь Лизу, правда. А подождите, Лиза где тут? Так, ну хотя ладно, проверь... Ладно, Чанга. Да, Чанг, ладно. Он монстр, он стрелял. Он зараженный. Красуйте. О, стреляйте. Убили. Давай. Убили Чанга. Давай. Повезло, на самом деле говоря. Фух, да. Я же говорил, ты Чанг как-то странно себя ведет. Повезло. Собирайте всякие плюшки. Я, по-моему, человек с дробовиком... монстр, честно говоря, я только что вспомнил. Он, по-моему, стрелял по невинным. Кто с дробовиком? Йо какой-то, йо. По-моему, это дробовик. Точнее, монстр. В общем, очень, скорее всего, это монстр, правда. Собирайте предохранители. Проход наверх надо найти. Блин, я не помню эту карту. А, вот нашел. Иду вставил. В общем, яд никому не давайте. Я думаю, наверное, да. Тут проверка есть. Хотя нет, ошибся. Хотя да, есть. Не бери горчицы, не бери. Ты что, монстр? Ты что, монстр? Горчица. Я посмотрю, я думал, это чекер.
Давайте горчицу чекнем. А, её забрал, её монстр. Он взял проверку, когда он был монстром. Я думаю, что это монстр. Просто пошли нахуй оба. Два ш... Идите сюда, кто-нибудь встань. Он взял проверку, хотя его надо было проверять. Нельзя не отбрать, нельзя не отбрать. Не бери, не берите. И никому не давайте. Ну, наверное, остался, ну, максимум один монстр. А в лучшем случае вообще не осталось. Да нет, наверное, не осталось, алло. Мы двоих слили только что. Да хорошо, что никто не остался. Да, ну, на всякий случай лучше. Могут быть ошибки там. Это что? А ты уже поставил мои... Стойте, не открывайте, я все-таки поставлю эти бомбы. Ну уж. Давай. Ставлю одну. Рэчел, барабай. Рэчел. Вторую ставь. Ставлю. На лестницу ставь. На лестницу. На лестницу. Сейчас поставлю. Ты превратился. Открывайте. Превратился. Бегите. Отлично. Браво. Отлично. Кто же был монстром, ты истинным? Так, ну, Лиза была молодцом, честно говоря. Горчица и Морти Чанг. Ну, ошиблись с её Дай. Потому что его подозревали сразу. И отлично, наказали, отлично. Отличная игра была. Ну, ищем заново игру. Навыки. Столько-то и столько-то. Ну что ж, мой карающий меч. Вот он, мой карающий меч. 24 на 6. 24 убил заслуженно, 6 незаслуженно. Ну, не знаю, насколько это было бы применимо в условиях реального правосудия. Но я даже не знаю. А вот, кстати, с правосудием все неоднозначно. А вот если бы вы знали, допустим, что человек точно не совершит преступление вообще, то есть не будет он преступником, то стоит ли его наказывать или же нет? И почему нет, или почему да? Вот задумайтесь над... данным непростым вопросом. Да. Потому что, с одной стороны, можно не наказывать, потому что если он не будет преступником, но с другой стороны, нужно наказывать, но не потому, что он будет преступником, а потому что другие люди не боялись избежать наказания. Так, Catman Pro. Nail 3NK. Beautiful Life. Squeak. Треск какой-то неприятный. По-моему, его специально нам пустили, чтобы позлить. Йорк, привет. Привет. Господи, можешь, пацан... У него, по-моему, микрофон нет, ну, сломан. Его надо мутить, наверное, если он ничего не скажет сейчас. Я? Ну, я имею в виду Ганса, а то что это за треск такой? Ты говорить-то можешь? Он говорит. А, ну тогда ладно. В дверях запутались. Ты мне очень напоминаешь чувака, с которым я только что играл, и он 4 катки подряд был зараженным. Ой, а мне на зараженных не везет, постоянно проигрываю, честно. В меня... Кто ты? Просто Рэйчел, спасибо. Тробоик, дай мне. Что? Слышь меня, на тробоик забирай. Ну круто, минус ловушки, пацаны. Все, я валю Рэйчел. Как вы что с Рэйчел-то? Что с Рэйчел? Смотри, я, значит, взял ловушки, активировал... Ну, стреляй, если ты убиваешь, то ты должен стрелять в любом случае, потому что если это монстр, то он в любом случае убежит от таких обвинений, так что надо стрелять в первую очередь. А тогда мы уже посмотрим. Не, он говорит, что он у него забрал вещи. Нет, он не забрал вещи. Короче, смотри, я, значит, взял ловушки... Взял, значит, фонарик и беру фотик, активировал. У меня нет уже крови, три, к сожалению. Попытки сделал. Я тут везде точнее, люди. Две. И тут Рэйчел подходит, меня начинает резать. Кто стоит? Не напился, к сожалению. Меня Чанг, Рэйчел убивают. А зачем ты только Руинеры. Что ломал? Зачем только что ломал? Скажи, пожалуйста, рычаг. Я просто бил по стене. Какой я ломал ты рычаг? Два раза ударил по рычагу с ножа. Я бил по стене! По рычагу бил.
Ну ладно, если дельтоник не может. Ну, значит, Ганса получается что-то с ним не то. Он бил только что про чего? И он ломал его. А иду вставлять последний, последний иду вставлять, 10 метров. Если вы хотите, можете чекать меня чекер. Цел последний. Ну ладно, если я такой пиздобол уж, чекайте меня. Если это не я, то это Чанг. Хорошо. Он говорит, что я ломал рычаг, а я просто бил видел, стену. Я просто бил стену. Вот чекалка, я даже даю. Ой, какой неприятный треск. Подождите, стойте. Стойте, подождите. Вы знаете, тут этот... Проверка, в общем. Стойте, подождите. Ищите проверку. Где она? Стойте, вы ее что, кому-то отдали уже? Бери проверку. Рычал, проверка. Подождите, стойте, кого нету? Сейчас сначала самое главное, кого нету. Подождите. Нины нет. Подождите, надо дождаться всех, иначе тут монстр может скрываться. Подождите, ждите. Подождите. Ладно, проверьте. Ганса, что ли? Ганса, что ли, проверить? Подождите, Ганса может проверить. Может, Ганса проверьте быстрее. Ганса давайте проверять. Ладно, Ганса, в любом случае надо Ганса проверять. Я считаю. Проверяйте Ганса быстрее, он же подозревал человека. Если он подозревал человека, значит он может быть монстром. А если не монстр, значит... Да, Ганса, Ганса, проверяй, проверяй сейчас. По мне стреляет Beautiful Life. Почему Beautiful Life стреляет по мне? Почему Beautiful Life стреляет по мне? Поднимайте Beautiful Life. Почему? Почему? Поднимайте меня и убивайте Beautiful Life. Убивайте Beautiful Life. Он стал... По мне Чанг просто так стрелял. Парни, я ему кровь. Убивайте Beautiful Life. Убивайте Beautiful Life. Убивайте Beautiful Life. Лес сражаны. Меня сейчас сожрут. Нет, не съели. Это Лиза, это Лиза, это Лиза, это Георг! Георг, Георг! Ты что такое говоришь? Ты передо мной! Ты что такое говоришь? Ты что такое говоришь? Это Лиза. Меня сожрали. Ты что, я в другом месте совершенно был. Ты что говоришь такое? Ты передо мной кровь выпил, говорю! Ты что говоришь такое? Это Лиза. Чё ты нервничаешь, а? Чё ты нервничаешь? Ты что врёшь, а? Я не вру. Ты отслышался. Ой. Это Лиза была, это Лиза была. Ну какая Лиза? Алло, ты передо мной превратился. Ты сейчас только что меня почти зажал, меня никто не спасли. Лиза. Я стою у одного предохранителя, у щитка. Вот, охраняю тебя. Ребята, сразу сказали, что это не... В общем, надо будет собираться и убивать их поодиночке. Хотя, может, Чанг и Лиза. Я им кровь сбивал специально. А тогда сорян, что я тебя убил. Все окей. Ты меня ночью убил. Я просто думал, что... Его последнего. Ребят, предохранитель последний. Я иду ставить. Встань ко мне его последнего, блядь. Будем убивать их. Иду ставить. Я к тебе. 8 секунд. Я иду... Это он! Поставил! Поставил! Давай, меня поставил... Меня это положили. Ищи Лизу. А кто еще? Лиза и... Это Лиза и этот... Лиза и кто это еще? Он сзади, он сзади. Положили. Нина, поднимите меня. Меня свет. Отлично, так ищем последних. Да, это надо яд взять, блять, яд ищи. Пошли. Вот нашли яд, они там, последние. Вот он, друзья. А я вам сказал, что вы конченые, слушай. А ты вроде последний был, это не точно. Да, похоже, да. Похоже, да, это он здесь. Отлично, ну наконец-то хоть раз за монстра я выиграл. Хоть раз за монстра. Впервые за столько времени всех перебили. Отлично. Молодец, НЛК. Молодец, НЛК. Молодец, НЛК. Молодец. Теперь продолжаем игру. Ну, тут уже вроде навыков у нас пока не прибавилось. Нам нужно 25% меньше повреждений. Итак, ну, наверное, предмета нет. Давайте-ка пуля пусть, которая возвращается. Шансом 20%. Наверное, да. Да, пусть пуля возвращающаяся будет. Или не пуля. Или не пуля. Пуля или не пуля. Не знаю. Прям, честно говоря, не знаю. Но мне кажется...
Ой, это на самом деле трудно сказать. Но магазин, мне кажется, будет не намного больше. Хотя, вот смотри, там все зависит от того, ну, если в магазине. Сколько в магазине патронов, не знаю. Не 6 вроде бы, или 6. Если там, допустим, от 6 до 8, до 9, то тогда, если там будет 2 дополнительных патрона, то это выгодно. Если чуть побольше патрон. Ну нет, там, по-моему, выгодно. Надо все-таки брать на дополнительные патроны сбор. Сбор дополнительных патронов надо брать. Хорошо. Надо всегда на кнопку Т нажимать. Да, не забывать. Солосафик. Солосафик. Отлично. 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 Возврат в меню недостаточно игроков. Такое тоже бывает в данной игре. Но игра, честно говоря, мне это очень понравилось. Всегда нужно плести козни, давить злых... А выживших, ну это за монстра, конечно, либо размышлять, сопоставлять и вычислять. Ну, честно говоря, с вычислением у меня, ну, происходит иногда очень хорошо, иногда не очень. А, кстати говоря, наверное, не должны отмечаться, если я убил невиновного, но при этом был монстр. Наверное, не должны отмечаться. Ваша игра найдена, готовимся к подключению. Снова поместье. Ну, не снова, а просто опять поместье. Фея Винкс. Фея... Феи две, вероятнее всего, играют. Потому что, ну, во-первых, фея, а феи очень редко попадают друг с другом. Во-вторых, у них ранги, видите, высокие. Хотя у одной сверхвысокий, у одного просто высокий. Рус. Фея Винкс. Винкс. Ноуди. Ноуди. Но в этой игре надо играть спокойно, рассудительно и беспощадно. Хотя, если слишком спокойно играть, то никакой радости от игры не получишь. Логичнее, правда ли? Мне на секунду показалось, хотя не смотри, у нас 3 человека красные. Фея Винкс, Деспера и этот Новди. Новди, полиция. Полиция, значит. Так, кто-то что-то там говорит. Надо на, если монстр, то быстро взять на свет. Так, всем привет. Хай. Ничего себе, привет. Что за ним? Мне нравится. Фея Винкс. Так. Деспот, блин. Уже все разобрали. Что за ник? Что, Деспот? Деспот еще нормально, но Фея Винкс. А что не так? Алле. Алле, ты что? Кровь пьешь или аккуратен ты сейчас? Кто? Кого режет? Что происходит? Ёпта. Я валю отсюда. Страшно. Ты тут? Зачем ты так сделал, Рэйчел? Да я порезал всех, кто был там. Кому-то не повезло. Зачем? Крови? 14 секунд крови выбито. Сейчас скажу кто. По-моему, нас... это делает. Это Алекс. Алекс кровь пьет. Ты кто? Какой Алекс? Алекс. Какой Алекс? Алекс? Какой Алекс? Ты что говоришь? Где? Я смотрите, я ж тут стою. Я ж тут стою с вами. Вы что говорите? Он уже напился. Давайте, как это напился? Да. Что вы говорите такое? Кто по мне стреляет? Как не стыдно? Ты что, обознался? Надо обознался. Врет. Надо сбить меня, какой-то голос у тебя пьет. Он врет. Три голоса. Как хочешь. Быстрее, 10 секунд. Ну как хочешь врать? Ну как не стыдно врать, честно говоря. Ну если... Ну ладно, до свидания. Тогда будете проиграть этой ночью. Если так выстрелить, то проиграйте ночью. Дед, ты почему не проголосовал, блин? Я проголосовал или нет? Ты не проголосовал. Серьезно? Ну вот, поздравляете. Ханс и Чанс. Сори. Сори, я проголосовал. Возьми Ханс и Чанк. Ну что вы врете-то, а? Да ты ебись. А здесь только что кровь пили или я? Один остался. Пей кровь. Я, ну ты и хуй мразь, конечно. Чё, кто? Нет? Я просто не знаю, у меня ж нет таймера, я спрашивал Нины. Ты что по мне стреляешь? Лжец, а? Как не стыдно. Ебать. Как не стыдно, ебать, лжец. Ты что по мне стреляешь? Лжец. Ну ничего, вот тебе заслуженное наказание. Мне одному кажется, это как-то странно, голос такой. Тут
Только что выпил, только что, Алекс, ты что, дебил? Иди сюда, быстрее, Нина. Ты что врешь, ты что врешь, ты что врешь, ты что врешь, а? Я видел, что лжец, 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 лжец. Зачем а вы вдвоем? В библиотеке самый большой. Может, вдвоем? Ребят, чекеры, надо чекнуть кого-то. Давай. Кого чекаем? Давай деда чекаем. Деда, окей, без разницы. Давай. Деда нет, деда, давай. Деда. Дед сказал... Кого? А, он эту чекает. Я... Рейчел чекнул, Рейчел. Так, ладно, выходим. Неинтересно, ну за монстра, как всегда, проиграли. Честно говоря, ничего удивительного, тут даже комментировать нечего. Монстра трудно играть, но играл, ладно, этот человек хорошо. Опять рассекретель, да что ж такое-то. Ага, проголосовал против игроков верно. Навыки, далее, нет, не навыки. Профиль. Поражение из-за зараженного, невиновного и так далее. Внешний вид, что это такое, 55, ну, мне внешний вид не важен. Опыт за день, XP, больше всего получил, кстати говоря, Дитя Заката. Интересная ситуация, деспот, ну, самый лучший игрок это китаец, а этот непонятно, как он даже сюда попал. Гневный возврат, вы получите полоску крови. Полоску крови, интересно. Пейте тихо, видение непробиваемый. Вы видите, далеко, очень даже далеко. Ладно, сыграем этот матч, наверное, и все. Поражение, книга заклинаний. Но игра на самом деле нравится, но вот недостаток этой игры, наверное, в том, что... В этой игре, наверное, в том, что... Сейчас скажу. В чем недостаток этой игры? В том, что мало времени на обсуждение для выживших дается. Вот этот недостаток. То есть можно было, не знаю, если это... Если время... Ну да, надо давать время на обсуждение, потому что эта игра должна быть все-таки об обсуждении, а не о стрельбе. Ну, надо было, то есть, чтобы игра можно было ставить на паузу. Я сейчас все думаю. Пес. Пес опять-таки нам попался. Опять Чанг. Почему мне Алекса не дают? Нехорошо. А, да. А если было, может, ладно. Если было более разные игроки, чтобы можно было выбирать всегда одного и того же игрока. Ну да ладно, Чанг, так Чанг. А то я бывает путаюсь, кто есть кто. Смотрим дальше. Кто, то есть кто? Всем привет. Здравствуйте. Фу, уже проник забрали, что ли? Броник. Нет, 100 лет, ты забрал? Ага. О, жопа, НСО, Георг. Жора пес, ты читать не умеешь, что ли? А, Жора пес. Так, я молчу, потому что я должен... Что? Обрабатывать информацию. Что, как... что? Которая тут сейчас... Ты, блин, мой броник забрал. Или тот... И что? Я уже наметился на нем. Поднимайся на гору, там броня есть, если хочешь. Она мне не нужна. Ну, а у меня есть. Я уже взял. Первое подозрение на Георга, ему не нужна броня. А 12 секунд. Что 12 секунд? Вот отсюда кто выбегал? Это Алекс, это Алекс. Убивайте Алекса, быстрее. Как? Убивайте Алекса. Лимба, убивайте. Лимба, убивайте. Да блин, вы что делаете? Это не я. Это не я. Все за мной. Все Алекса. Все убивайте. Убивайте. Да вы идиоты, что вы делаете? Какие же вы тупые. Еще. Все, минус один зараженный. Потому что я смотрел, там вы идете, там это Лимба. А это ты обвинил, да? Да, потому что я, у меня это детектив. Я могу подтвердить. У меня детектив. Подтверждаю. Жалко, вот не помним, кого не было на убийстве. Вот тогда можно было понять, кто монстр. Я бежал туда, у меня не было. Но я бежал. И я голос дал. Это защищайте это меня, защищайте это меня, это защищайте это меня, это защищайте это меня. Нина, это Нина, это Нина. Какая Нина? Поздно. Ты где видел? Ах, да, не... это Нина. К сожалению. Это Нина. Почему я вставляю фьюз? Смотрите, у кого есть.
Ладно, это Нина, это Нина, ребят. Всё, ладно, не повезло. Нас я уничтожили, живой, раздавили и уничтожили еще а раз. Ты, это ты, Нина. Истекаем кровью. Нет. Ну что ж, ну ничего удивительного тут не произошло, на самом деле говоря, ничего сверхъестественного. Ты передо мной превратился, только... Монстра обнаружили, мне монстра. Были умными и вычислили коварного беспощадного монстра. Ну кто был монстр? Не монстром, а Лиз, наверное. Отблагодарим ее. Ага, хорошо. Ну что ж, дамы и господа, спасибо за просмотр. Оценивайте видео, оставляйте свои комментарии. Я буду рад их все прочитать. Ставьте лайки, если вам игра понравилась. Потому что именно по количеству лайков я понимаю, стоит ли делать игру или же нет. И подписывайтесь обязательно на канал мой, чтобы не пропускать новые видео.